нашел стихотворение Александра Блока. Очень мне понравилось. Это хочу вам прочесть. «Грешить бесстыдно, непробудно, счет потерять ночам и дням, и с головой от хмели трудной пройти сторонкой в Божий храм. Три раза преклониться долу, семь осенить себя крестом, тайком к заплеванному полу горячим прикоснуться лбом, кладя в тарелку грошек медный, три еды еще семь раз подряд, поцеловать столетний, бедный и зацелованный оклад, а, воротясь домой, обмерить на тот же грош кого-нибудь и пса голодного от двери, икнув ногой отпихнуть, и под лампадой у иконы пить чай, отщелкивая счет, потом переслюнить купоны, пузатый отворив комод и на перины пуховые в тяжелом завалиться сне. Да, и такой, моя Россия, ты всех краев дороже мне». Вот такое стихотворение, очень мне понравилось.